Приветствую всех у себя на канале. Сегодня у меня опять вышел рой. Вчера было у нас так пасмурно, дождливо. Трои не выходили. А сегодня я даже не ожидал. Вышел рой семьи Бахвост. С той семьи, что матку мне подарили 4 года назад. Уже 4-летняя матка старая. И он так низенько. Метр на высоту и там на яблоне сел. По 2 сюда районю, он в районю сел. Думал, может, матка где на земле. Жена, видно, уже старая, 4 года, да, плодная, так низко-низко пролетела. Села в районю. Решил я этот рой обратно не засыпать, то что матка хорошая. Такие вот трутни светлые. Это с этой семьи. Ну, какие-то они все нелетные бегают, естественно. И решил я эту семью рой этот отсадить отдельно со старой маткой. Поставил я там уже 10 рамок ващины. Построил рамки сегодня, натянул на ващу. Это поставил я 10 рамок ващины, 5 рамок старого сота, ну, светло-коричневого, с пергой наполовину забиты, чтобы не пропадала перга, то что с того года осталось. Думаю, в рой поставлю, хай пчелы на стройку соты я расходуюсь. А эту семейку я решил, тут маточники будут хорошие с Бахвоста. Матка хорошая, не роилась 4 года. И решил я эту семейку немного на отводке побить, когда уже матки пойдут на выход. Ну, через дней 6 полезу, погляжу. Побью эту семью я на отводке, а основную материнскую сейчас пойдем сажать улей. Хотел я сразу тут и сзади улей поставить, высыпать, но там почищенный стоял улей. В том году заселял пчел, да они обратно слетели от этой вот злой семьи. Радом заселял, так слетели. Почистил я этот улей, так как муравьи бегали. И уже поставил внутрь рамки. Как я и говорю, 10 ващин больших, 5 перги и одна просто сот светло-коричневый. Натираю котовником. Он имеет запах маток. Натираю, чтобы им направление задать, куда идти. Ну, пчелы, конечно, это мне сегодня дали приключение. Думал, не сядут сразу. Они поразбегались в диаметре метров на 20 по траве. Сидели все чисто по низу. Молодые. Пузатые такие, корма набрали. Да матка старая по низу шла, так они все по низу по траве сидели. Мне было где ступить даже, аккуратно районю подвесил, да, забирал их уже. Покуда сами не сядут, не ходил особо. Да надо еще крышу тут перекрыть. Временно накрыто так. Ладно, будем рой сейчас высыпать на доску, хай потиху заходят сами. Бляха, штакетников пару положить бы еще. Пошире сделать. Вот это и вот закрыть. Ладно. Думаю, зайдут так. Котовником я натер для запаха. Чтобы не разлетелись далеко. Будем засыпать. Можем матку побачим заодно. Куда-то примостить нашу камеру. О. Так, это у меня тут пенек с яблони, такие. Хочу на него поставить аккуратно. Конечно, баланс ерундовый. Не поставим, наверное. Ладно, высыпу прямо на камеру. Так, вот. Ай. Вот так. Поставлю снизу доски. Сейчас высыпу, будем снимать, матку искать. Матка тут неплохая, хорошая такая. Я так думал, рой небольшой, ну, килограмма 3,5-4 будет по-любому. А позавчера, когда погода была, у меня вышел второй рой семьи с хорошей. Я его заметил, он вышел в 9 утра. Ну, думаю, пускай посидят. Пошел на почту по-быстрому, отправление там отправил с лимоном, с деревом. Пришел, рой сидит,
стал я его трусить. Я сидел на конце ветки, туда не подобраться с раевной. Мимо раевни струсил я, короче, этой рой. Он поднялся и улетел, так я его и не словил. А рой был таким неплохим, килограмм, наверное, на 7. Короче, сбежал рой от меня, 7-килограммовый. За все время пару раев так сбежало у меня, что я видел. Остальные не видел, но тоже много сбегали. Ладно, будем спать. Крышку я резко открыл, чтобы мне подавить пчел. Вот это кираища, я думал небольшие, но тут пчел прилично. Килограмма даже 4,5 будет. Взвешивать-то не буду. Уже вот злая пчела летает. Хочет за руку джигнуть, ладно. Засыпаю на доску. Это летная пчела злая, хай немного послетает. Ну все, засыпаем. Быстро принимаем камеру. А, укусила уже за ногу. Да и... Ах, озлюшьте. Бляха. А, что-то они такие злые. Заразы. За носки начали грызть. Наверное, за день припотели. Носки так грызть начали. А, хотел матку поглядеть. И за руку грызануло. Ах, нажигали хорошо. Хотел матку поглядеть, да, наверное, ну, вторая попытка подойти. Вроде бы ахвастая, жлющая, наверное, штук 4 за ногу сразу грызнула. Скорее всего, что не понравился запах носка. Может, уже матка и заскочила даже в улей, не побачу. Но тут матка крупная и, кажется, с синей меткой помеченная. Это первые пчелы я трусанул, да злые были, летные походу. Так набросились на то, что им не нравится. Ой, еще опять кидается. Что-то им не нравится, запах какие-то. Наверное, в сапогах я ходил на скагдах. Решили немного меня поучить. Матки, похуда, я не вижу. Будем надеяться, что заметим. Конечно, если она сразу сюда не ускочила в улей, то матку заметим. Поставлю я сюда сразу 16 рамок. А такие-то летные поналазили в районе, да злющие такие. Ну не бахвасты нияк. Пчела такая светленькая. О, прямо на камеру кидается. Пчела светлая, хорошая. Злючие это эти, походу, летных налезло в районе с других семей, так они злятся теперь. Вот матки не видно. Что? Все, думаю, если не зашла, так залезем. Много молодой пчелы. Конечно, можно было рой назад засыпать и взять часть пчел с маткой. Рамочки 3. Я решил отдельно семью заселить, а там посмотрим, сколько маточников они сделали. Сделаем с той семьи полностью, наверное, отводки в этом году. Они ничего так особо и не дадут. Ну, я магазин уже взял меда, 15 полурамок. Если разобью на отводки, то
меда с их не будет, но зато на тот год будут семьи такие нерайливые, я думаю. Надо смотреть, какими еще трутнями не облетятся. То, что в том году вроде покупал Акбар хвостматок, облетелись они с нашим местным трутнем. Немного и злые, и роятся. Это, кстати, с этих с бахвастов Минерой и утек. Убежал на 4 килограмм, на 8 где-то, наверное. То, что рой прилично на ветке такие висел. Я уже снимал до этого 7-килограммового, 7300. А, еще одна жигнула за руку. Что они такие злые. Так вот, с того бахваста, что в том году я молодых маток сажал, сбежал рой. Рой около 8 кило. Он полетел в том направлении против ветра на юг. И когда я уже сообразил, что он слетает, думал, сядет там в саду за забором. Аж он поднялся вверх и пошел. Ну и рой на приличный вес сбежал. Я особо не расстраиваюсь, просто что в семье там мало пчел осталось. Молодой, мало пчелы. Ну матка перебрала эту семью матку. Оставил молодую им, более-менее светлую такую. Вроде и бахваст, но вот и их матки темные были. Ну а эта матка, что подарили мне, вот она, кстати, опаньки, так она нифига не старая. Вот эта матка сидит тут, о, без метки, или поменяли матку, ай, или они матку уже это сменили походу. Того, что они весной маточники лепили, и эти маточники... А что-то на ее грызусь, эту матку непонятно. Может, с другой семьи какой села. О, оцепили эту матку зубами. Держит. Закрыли. Нихера себе. Матку грызут. Наверное, она тут не одна. Хотя и низко летели. Что-то на эту матку непонятно, что все сделает. О, матка светлая. Неплотка. Была плотка с меткой тут, синей. Походу вывели себе матку молодую и выпустили рой с ней. Может, уже и не один даже. Хочу ей аккуратненько до улья, чтобы пошла. Что-то пчела за крыло держала ей, какая-то пчела. Матка такая. О, побежала матка, видно, в центре кадра. Пошла, пошла. Матка светленькая, хорошая. Сейчас улей зайдет. Все, матка зашла улей. Но это не плотка, а светлая матка молодая. Куда же делась плодная тогда? Или уже был первый рой от их? Что я не ждал второго с этих? Может, уже первый рой ушел? Да пчел много осталось. Или, я думаю, такое было. Наверное, первый рой выходил со старой маткой, пытался, и та матка где-то в траве осталась. И вот по истечении сколько, 9 дней, походу второй рой вышел с их. Уже с маткой слетной, с молодой. А старая тогда где-то пропала в траве. Не заметил я выхода с их роя, и старая матка поменялась, осталась молодая. Так что уже это не первый рой, можно эту семью на днях смотреть, перебирать. Того, что уже если второй рой вышел, то позже, думаю, и третий, может и четвертый. Хотя это бахвасты, кто их знает, как они роятся. Но даже с этой вот молодой маткой она низко-низко над землей шла. Летная хотя бы была. Только что за крыло грызла пчела эту матку. Посмотрим, мне через 10 яйцо начнет ложить, то
нормально будет. Но факт в том, что матка молодая. А должна была старая быть. Ладно, много я говорю, уже и рой зашел почти весь. Вот почему матку эту за крыло пчела ухватила, да тащила. Или чужая в раю была. Или тут матка может быть не одна тогда. Что навряд ли будет. Короче, завтра я эту семью, какой она вышла с бахвоста, переберу, скорее всего. Деяких маток хороших подставляю. И сделаю отводки. Конечно, если б знал, что тут молодая матка есть в этой семье, уже молодая, я по-другому сегодня сделал. Я брой не высыпал этот в один улей. Разделил бы его на три и с улья побрал бы маток с маточниками, поставил бы. Короче, на отводки поделил бы, роем подосыпал бы, чтобы летная пчела была такая, что не слетит. И были бы отводки хорошие. А так я думал, тут матка старая сейчас. О, вышла еще одна матка, он пошла. Вторая, елки-палки. Две матки зашло с бахвоста. Плохо, конечно. Надо было одну словить. Но думал, конечно, что тут старая. Оказалось, две молодые, елки-палки. Надо было решеткой закрывать и матку одну зловить молодую. Так, две зашли в улей. Две матки пошли молодые в улей. Ну, будут биться, значит, воевать. Бляха. Так бы я сделал. Семейку одну, и вот этих бы можно было забрать. Там еще в районе кучка сидит. Со второй маткой отдельно сейчас бы заселил по-быстрому. В улей соседний. Бросил бы сюда. Рамок каких-нибудь хоть старых. Сюда бы засыпал. О, оса полезла. Походу живут там осы. Потом берем. Две молодые матки зашли. Значит, старая где-то выманили на улицу и ушла с концами. Ну, матки красивые тоже, такие светленькие. Ну, уже одна из этих маток, короче, на утилизацию пойдет сама собой. Будет воевать ночью. Плохо, конечно. Знал бы, что две, так одну бы эту возловил бы, да забрал. Ну уже. Так есть, так надо, значит. Потерял я немного шанс сделать два отводка с этой семьи. Вернее, две семьи. Зашла одна матка, зашла вторая матка. Молодая. Ну, если бы я знал, что нету старой и две молодые, ну, второй рой это, я бы садил через решеточку маток. Всех, что здесь есть, распределил бы, кого куда. Ну, и еще этих вот пчел, что есть на доске и в районе, можно было бы отводочек сделать на молодую матку бахвоста. Что уже навряд ли получится. Ай, ладно. Они злятся, бросаются на меня. Две матки вышло в рой. Ну, это вот матка, что вторая, заметил, заскочила улей. Это была матка такая более жваленькая. Может, даже там не две, а может и более будет. Короче, это рой не первак, а вторый. Я думал, первак. Ладно. Завтра разберемся с основной семьей. Если что, так я там будет матки, так сделаю еще пару отводочков. Ну и тут, если... Там, бляха, что она кидается на меня? И в этой семье, если все нормально, распределяться между собой матки эти там, кто переможет, кто не переможет с их
Главное, чтобы не покалечили друг друга, да облетелись нормально, облетелось. Будет семья бахвастать, это у меня с молодой маткой. Это нормально. Ну и с материнской сделаем. Ну на второй, не второй, не третий уже будет. А первак, но с молодой маткой. Видно, старую они выходили на улицу, выбросили. А потом уже вот с молодой вышел второй рой. Ну как второй, первый рой получается. Ну с молодой маткой. И они сюда двух маток выпустили. Да. Садил бы через решетку, была бы матка бахваста у меня еще одна. Да я бы этих вот жменьку сыпанул, да этих вот жменьку сыпанул бы на пару рамок. К осени бы развелись, была бы уже на тот год полноценная с бахваста семья. Так будет всего лишь одна. Ну крупная. Получится. Завтра что там получится, то получится. Наговорил я, конечно, много. Не думаю, кто разбирается в этом деле, разберется, что к чему. Ну, злющие они. Что-то они накинулись на фотик. Наверное, запахи какие-то он имеет. Да и руки я мыл пахучим мылом, скорее всего, из-за этого. Ну, семья почти зашла уже, с районе потихоньку слетают, в улей садятся. Так что будем заканчивать. Короче, эта семья бахваст уже не со старой маткой, а с молодыми, и притом с двумя зашли они. Завтра погляжу на прилетки тут, что они выбросят. По-любому одна из них должна ж погибть. Так что... Завтра что выбросит, то выбросит. Ну а ту переберем. Сделаю, если там позволят маточники, еще отводку. То, что если уже второй рой, то по-любому там она не одна вышла сегодня при роении. Штуки две по-любому еще завалили там. Ну, а что в маточниках осталось в позе на отводке. Желательно на выходе. И вот я делал отводочек, все тут небольшие, я не снимал. Небольшие отводочек, это у меня с этой вот семьи. Ну это не бахваста, наша местная, но она тоже хорошая пчела, такая желтая и медоносная. Сделал я отводочек сюда на старую матку с ее. Ну я к старую матку пару расплода, и когда сажал рой, роевых пчел пару жмень сыпанул, чтобы не слетели. Да что они кидаются на меня? Так. Так я вот думаю, сюда взять, да матку бахвастную плотку поменять. В этот отводок. Попытаюсь. Тут пчел немного, пару рамок, то можно забрать матку найти. Она такая коричневая, светлая, но не желтая. И если будет у меня в резерве от бахваста молодая, то я сюда подсажу лучше. Будет тогда эта семья бахваст, вот это будет бахваст молодой. Ну и еще что там сделаю, пару отводочков попытаюсь. Ну это уже как получится, сниму, не сниму на камеру. Отводки я редко так делал, за всю жизнь пару штук всего лишь. Так что как получится, не знаю, но попытаемся сделать. Ладно, на этом буду заканчивать. Кому было интересно, ставьте лайки, комментарии пишите, подсказывайте, что да как лучше сделать по отводкам, у кого опыт хороший уже большой. Ну а я отводки, можно сказать, за 20 год только первый раз пытаюсь сделать это. Вот отводочек за 20 год раз сделал, и в том году раз. Разделил его то, что... Даже не отводок, а разделю семью на две, чтобы бахваста подсадить. Ну то такие там были бахвасты, как не бахвасты.
Это уже стабильно, желтые красивые матки. Ну жаль, конечно, что две зашло. Так бы одну можно было вот сюда подсадить вместо плотки нашей местной. Ладно, буду заканчивать. Всем удачи, до свидания.